И наши с вами призывы, те, что мы с вами давали весной этого года и последующие, летнюю кампанию, чтобы прекратить эту братоубийственную войну, нужно выполнить приказ Ставки 2034, где было четко прописано немедленно прекратить все боестолкновения, создать на местах и на линии соприкосновения солдатские комитеты из мобилизованных граждан, те, которые насильно отправлены нацистами с обеих сторон на эту их мясорубку, на их утилизацию. Если граждане Советского Союза, вы осознаете свой статус, мы еще раз вас оповещаем и призываем. Прекратите немедленно все действия на этом поле битвы. Поднимите с обеих сторон одновременно советские знамена красные и арестуйте офицеров, которые дают вам приказ, преступные приказы убивать себе подобных. О чем немедленно сообщите сюда, в штаб Военно-Народного комиссариата обороны СССР. И мы заявим о прекращении братоубийственной войны на территории Украинской ССР. И вместе приступим к мирному строительству нашей с вами жизни и наведению порядка. Только мы сами сможем прекратить эту вакханалию, которую творят лица особой национальности, уничтожая нас с вами в их интересах, в интересах их сатанинской идеологии, в интересах набивания их кошельков, при этом вы абсолютно нищие, и вы еще за них отдаете свои жизни, лишаете своих детей, отцов, и делая их сиротами. Мы знаем, что сегодня вы многие нас слышите. И многие уже оттуда отвечают нам с пониманием. Так вот, еще раз. Услышьте волю советского народа. Особенно мобилизованы силой и обманом, отправленные убивать друг друга.